Всем привет, ребят! Очередной роллинг под акцию коллекционер на воодушевление. Аккаунт Soul Tucker, предоставил его подписчик Павел. Гильдия Металлика. Пропуск битвы гильдии Кик. Отбиты не все попытки Кик. Форты 12.00, факела 20.45. Боссов 20.30, 21.00. Или Кик. WhatsApp. Видите на экране. Битва гильдии, атака фортов, первое и второе места. Гильдия активная. Я на аккаунте вице-лидера. Так. Ну, кидайте заявочки где-то в районе 100-150 тысяч силы. Там дальше будет видно. Так, отличненько, поехали. Смотрим. Аджей не пройдено. Кошмарки. Начал седьмые проходить. 7-6 не затащил еще. Понятно. Так, смотрим, что нам надо. Рибит, Седна, Повелитель Бури и главное Фрея. Ну, окей. Потом еще талантики пооткрываем и все остальное. Так, что тут на складе? Ну, на складе тут такое впечатление, что тут донатный аккаунт. Что-то мне так кажется, попахивает донатом, да, попахивает донатом и не зря. Поехали, посмотрим, что у него на 100 тысяч есть. Отлично, нормально, офигенно, нормально. Ну, в принципе, ради этого, наверное, мы играем. Так, понятно, без таланта, без таланта. Да, талантики тут хромают. Видимо, скорее всего, это новый донатный аккаунт. 181 тысяча силы. Так, Арктика есть. Надеюсь, она такая родилась, потому что если поставил, просто зря перевел талант. Так, хорошо. Так, так. Понятно все. В общем, так. В целом, вроде как и неплохо. Так. Рибит, Седна, Повелитель Бури, Фрея. Самое главное 15 слизней собрать, потому что наш ход конем может сегодня не удастся уже. Так, смерть. С почином. Первый есть. 2, 3, 4, 5 за 6к, я считаю, это отлично. Пока, наверное, один из самых топовых результатов. Но, как видите, героев особо нету. Так, поразвлекаемся немножко в рейде и вернемся обратно. Так, поехали дальше. И тут мы накаркали Кенди. И все пошло не по плану. Так, шестой есть. Седьмой. Восьмой. Дед Мороз. Тут больше смотришь не на героев ворожей, а на слизней друид. Девять. Жесть, половина, ребят. Половина. Половина, и мы 10 даже слизней не собрали. Ну, надеемся, надеемся. Самое главное, это воодушевление словить. Ну, паладина словили. 8. Ровно половина. Идем впритык. Минута молчания. Сука, ну где вы, блядь? Это пиздец. Ворожей еще один. Девятый, десятый. Суккуб. Ворожей еще один. Одиннадцатый, одержимый. Ну давай, рандомчик, не подведи нас. Химка.
Бигфут. Да, блядь. Повелитель бури. Повелитель бури. Блядь, сука, нахрена эти герои? Ну все, пиздец, проебали. Здесь тыква, блядь, в конце. Да. Да. Так. Ну, подкрутили, конечно, жестко. Повелитель бури впал. И не один. Куча упалых героев. Но это просто какая-то жесть. Сколько нам там не хватило? Не хватило три штуки. Ну, не знаю, сейчас попробуем что-то сделать. Если получится. Ну, это реально печаль. Два повелителя бури, Бигфут. Ворожею, конечно, нападало. Ну, давайте. Интересно, его засчитает? Не, сука, не засчитала, обидно. Так, хорошо. У нас есть коробочки еще. Давайте пока коробочки пооткрываем. Возможно, у нас все поменяется. Так, перейти. Что нам надо по талантикам? Воодушевление Афине, ожог Ронину, бастион или каменка стрелку. Ну, окей. Обег ты не хотел. Просто мегатоповый талант. С бегом герой, говорят, получше будет. Особенно Атлант. Блять. Не расстраивайте меня, пожалуйста. Сука. Один талант лучше другого. Нельзя никогда брать последние аккаунты в очередь, потому что это реально просто жесть. Ремка, да ладно. Просто пиздос, я бы так сказал. Ладно, пробуем. Может, ход конем пройдет. Ну вот, ребят, все-таки добил. Сделали ход конем. Сейчас добьем, попытаемся добить, по крайней мере, забираем плюшки, которые здесь есть сегодня. Забрали Арктику на этот аккаунт. Так. Арктика у него была, не было у него скина. Есть, забрали. Так, Бигфутик у нас тут, повелителя бури мы выбили. Так. Поехали. Попробуем добить. Блять, не падают вообще. Так, еще один паладин. Ну. Просто жесть. Поделаешь, ну. В общем, вот так вот, ребят, получили еще и Марктику. Думаю, он не сильно расстроится. Я все, что мог, сделал. Но это не в моих силах. Поэтому вот так вот сегодня у нас закончился этот роллинг. Давайте еще там у нас, по-моему, есть за сундук. Попробуем тут еще самики можем добыть. 5 попыток. Ну, это, конечно, трэш будет полный. Так, 150. Ну, а вдруг повезет.
150. Ну, шанс есть. Последних 450. Больше вариантов нет. Сука, укротители, два ангела. Это ж надо так. Да, везение, короче, сегодня не на его стороне. Хотя, в принципе, выбили недостающих. Но, опять же, обидно, обидно, конечно. Но это рандом. И тут ничего не сделаешь. Так, у нас есть еще одна коробка. Что, попробуем? Трах тебе дох. Блять. Да что это такое? Просто жесть какая-то. Ну, не знаю, попробую еще утром, вдруг повезет. Если получится, то это будет, конечно, супер. Вот так вот. Не знаю, все не от меня зависит. Видите, получается, вот так вот будет резанный видос, но ничего не поделаешь. Все, ждем. Ну вот, ребят, проснулся, вроде успели. Получится, сейчас добьем. Забрали еще скин черепа. Я надеюсь, нам сейчас уже повезет. И мы добьем эту дичь. Ну все, ребят, забрали мы скин черепа. Наборчик с черепом. И сейчас уже добьем. Наконец-то. Домучаем, я бы так сказал. Этот аккаунт. Я надеюсь на это. Так, одержимый. Это просто жесть какая-то. Дети, ктоплазмы, хрен его знает. Поехали еще. Конечно, если не прет, то не прет. Ну вот, наконец-то мы добили. Идем еще сундуки пооткрываем. Это просто жесть. Так. Ну, как видите, с героев нападало всякой хрени полно, но того, что именно надо, пока только один повелитель бури у нас был. Так, 150. Давайте еще бульдозер. Хранитель. Студеные нападали опять. Так, окей. Забираем награду. Поздравляю с воодушевлением. Так, собрали воодушевление. Самый невезучий аккаунт.
со всех, наверное. Так, забрать. Так, ну, по-моему, он хотел Афине. Сейчас. Да, Афине. Так, смотрим, это основная, чтобы не промахнуться. Да, поехали. Менять. Все, Афиной мы разобрались. Давайте еще талантики. Вдруг что-то упадет. Ни хрена нам не упало. Так. Скины, скин черепа. У него уже активированный. Так. Скин Арктики мы уже активировали, в принципе все. Так, использовать, давайте второй сундук используем. Два камня аргументации, неплохо. Коробочка, ложный. Ну, в принципе, вот так вот. Вот такой роллинг. Наконец-то мы добили его. Это просто жесть. Ну, что есть, то есть. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Я побежал. Все, пока.